Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слова, и пришли к Нему, и расслабленным, с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чадо, «Прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслаблену «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорить расслабленному «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». Слово Господне. Слава тебе, Христе! Евангелие, как Бог действует. Духовно. Во-первых, исцеляет сердце, а потом тело. А что важно? Вера, а потом прославление Бога. Вера и прославление Бога. Отец сегодня говорил о том, что наш знакомый Адам Хупек вчера умер. 70 лет. Отец, муж, отец и уже дедушка, так? Внук, ясно. Человек, который, ну, для меня это человек такой, прежде всего, веры. Вот это то, что веру. Они были верующие. Иисус увидел веру и тогда начал действовать. Это и важно. Вера открывает человека на светло, который Бог дает. Они бы пришли и все, не знаем, что делать. Не можно зайти. Их было желание помочь этому человеку, але они знали, что Бог может это сделать через Иисуса Христа. Может, до конца не распознали еще, что это Бог, але знали, что Бог через Него действует. Эта вера была в них. И Он, и потому они увидели, что делать. Бог дает свету. Открыли крыль и спустили его. Вера дает силы и дает свету. Иногда вот такие шальные, необыкновенные действия. Когда вспомнил о Адаме, я бы хотел одну историю с его жизни, которой сам участвовал. Когда-то мы с отцем Зигмунтом, тоже Божий человек, очень святый, он действовал не по правилам человеческим. Он действовал по правилам Божьим.
Где-то внутри, вот тоже человек верующий, знал, что делать. Делал то, что не нужно, невозможно было делать в Советском Союзе. Он собрал всех доминиканцев, которые на это время были в Советском Союзе. Двое из Петербурга, двое из Вильнюса. Не знаю, были из вас, я уже не помню, кто-то приехал тоже. Были с третьего ордена, от кармы, от подполью, конечно. Тоже доминикане, которые были с доминиканки клаузеровые, которые были в Вильнюсе, абрикозовые, сестры абрикозового восточного обряда, священники восточного обряда, доминиканцы. И они все приехали с разных мест Советского Союза в Дрохобыч, маленький город недалеко Львова. Это отец Зигмунд. Вот в дом, одна третья этого дома, который тут, нет, только как бы первый этаж, даже меньше, который жил Адам Бобек. Все мы там приехали, мы с отцем Зигмундом с Порши, потому что хотели вместе все встретиться и, ну, передать какую-то информацию от провинциала. Потом Адам Бобек был в третьем ордене нашего доминиканском. И двое людей, бо я только дозревал до этого, я боялся, когда увидел этого все. Весь ночь мы там молились, говорили. Утром все разъехались. Один час после этого, когда мы уехали, в дом Адама приходит КГБ или НКВД, как это было тогда? НКВД, КГБ. И спрашивает, а где Андрей? То не о меня речь шла, а такого человека из Петербурга, которого они уже распознали, кто он, и знали, что он приехал в Дрохобыч. Только опоздали. Никого уже не было. Но все равно его взяли к себе один раз, второй, третий, четвертый. Но его там, но хотели что-то узнать. Не получилось. После второго или третьего разговора он пришел и просто зашел на крышу, чтобы собрать орехи. И упал на землю, и два месяца лежал под звоночник, пошел. Я не могу ему не взяли. А этот человек, который в подполье очень много делал, а потом, после, когда, что я хотел через это сказать, что они, Зигмунд и Адам, они делали вещи, которые по-человечески невозможно, потому что все доминиканцы были, если бы час раньше пришли, они бы все были в тюрьме. Никого бы не оставили. А Бог через них и действовал. Они умели видеть глубже и дальше, что делать. Я говорю о этих двух людей. Они уже, Зигмунд тоже уже на небесах. Когда когда ехал там, я не знал, что происходит. Только потом узнал, и просто мне поразило, потому что ну, это по-человечески глупо, так не можно делать. Но они это делали. Потому что они, если бы ограничились только до этого, что по-человечески возможно, то бы веры на этой земле не было. Извините. Когда бы бабушки делали только то, что мы не передали этой веры своим внукам. О. И в чем вера? Вера, але потом, когда это случилось, да, мы обрадовались, але во-первых, начали Бога прославлять, какой Он есть. Это не человеческие действия. О чем я хочу сказать? Вера. Доверие Богу, але не слепое. Только светло, которое внутри нас дает Бог. И потому мы это делаем.
И, не, и иногда это будет не по логике человеческой. И чтобы мы, смотря на других, не осуждали их, если они не делают так, как по-человечески надо делать. А сами были открыты тоже на такие моменты, где надо что-то сделать не так, как все. Открыть крышу и спустить этого человека вниз. О, что-то такое. Пусть Дух Святый дает нам эту веру, это светло внутри. Действовать и видеть так, как видит Бог. Аминь. А, Адама, спасибо за твое свидетельство, за то, что ты делал. И еще за коммунизм и сейчас. Еще только такая одна мысль о нем. Это такой истинный поляк с Дрохобыча. Всегда польский язык, все в доме говорили по-польски, але никогда не был против украинцев. Там была напряженность очень сильная в тамтых территориях. У него этого не было. Он в подполье помогал тоже и греко-католикам, священникам. И, а после, после Бог дал ему светло, где он должен действовать. Он, особенно он был сам учитель, собирал разных учителей и тоже как бы открывал их не только на истину человеческую, но и на Божие. Помню, когда на его встречах всегда были такие, которые собирали этих учителей польского языка с всей даже Украины, всегда было учение Иоанна Павла II. Кто-то приходил на конференции на эту тему, чтобы формация была. Формация религийная, а не только интеллектуальная. Аминь.